Телеканаватов представляет прогноз погоды на 24 апреля. Я Олег Шагнанов, буду ваш проводник в мире погоды. Всем здравствуйте. По республике неустойчивая, ветреная, холодная погода. Местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. По южной половине республики местами сильный снег. Ветер северо-западный 10-15. По южной половине местами до 30 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная минус 3, днем 4 тепла, местами до плюс 10. По центральным районам ночью около 0, днем 4 тепла. По южным районам ночью около 0, по юго-западу до минус 10, днем 4 тепла. В столице Бурятии временами мокрый снег, ветер северо-западный 10-15, порывы до 20 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем максимальная температура плюс 5, атмосферное давление будет расти. Сегодня я бы хотел поговорить о расстояниях космических и земных. Например, расстояние от Земли до Солнца 150 миллионов километров. Фотон света, зародившийся на Солнце, достигает Земли за 8 с лишним минут, если учитывать скорость света 300 тысяч километров в секунду. Высота Эвереста 8848 метров, а глубина Марианской впадины 11 километров 22 метра. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шагнанов. А мой рост 170 сантиметров. И как жить в таком космосе?